Даже как сказать. Мы мальчика назовем Сашей. Мы только с мамой хотим. Я и баба. Мы все, кроме папы, хочет Игорем. Не папа, Игорем, папа, Кириллом хочет назвать. Кириллом папа а только Игорем. Хочет назвать. Угу. А все хочет назвать Сашей. А почему Сашей? Потому что я всем сказала, что это имя хорошее. Александр, да? Предводитель? Да? Да. Ну, не знаю. Я и хотела сделать сюрприз. Настоящий сюрприз. Когда приедем, я ей покажу что-то. Ой, секрет расскажу. Он большой. Да? Это уже отдельно ты маме расскажешь секрет, да? Да. Секретик такой. Угу. Ясненько, ты сюрпризик ей приготовила, да? Да. Ну, а бабушка довольна, конечно. У меня сколько внучек-то? 3 внучки. Старшие 20. Я 17, думаю, что будет еще 7, даже да. Сын. А теперь внучек у нас родился. Я думаю, что будет еще один сын. Еще одного сына? Да ты что? Получится по 3. Я буду всех старше, а не младше. Ну, у тебя старшая-то есть, сестренка Женя? Угу. Да, и ты. Ну, и братик. Вот как зато... раз трое. На мамин секрет она мне рассказала даже. Ой, боже мой. Ну, ладно, рассказала. Мама рассказала. Очень доволен. Всю жизнь мечтал. Ну, вот мечта сбывалась. Сбылась. Вот, я тоже всю жизнь мечтал. Ну, сына. Как назовем? Хотела девочку теперь. Назовем Кириллом. Назовем. Нет, Саша. Да. Это не твое время. Дело, это матерское дело. А мама? Это наоборот отца дело. Есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы, вытрезвители. Есть аптеки, есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные. Есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце. Помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть дома волшебные, особо важные для людей. Сегодня самый замечательный день, потому что наша Олечка родила офигенного сына. Мы очень-очень рады этому событию. Олечка, ты умничка. Самая-самая хорошая девочка. Мы тебя сейчас будем встречать. Самый первый и самый главный родильный дом.
тут праздничное событие замечательное. Буквально 5 дней назад произошло, 15 ноября, у меня родился сынок. Ура! Сынок, ну как и папа ходил, черненький. Похож, будем выяснять вместе, на кого. Вес 3,230, прям четко, вот так вот все. И 53 сантиметра. От сестренки не осталось. Ну, сестренка чуть поменьше весом была, а вот по сантиметрам они одинаковые. Ну, теперь нам остается только еще больше его кормить, еще лучше его любить, чтобы он рос такой же крепенький, здоровенький, красивый и радовал всех-всех-всех. Там! Нет, это бумажки. Это все в памперсах. Это все в памперсах. Она такие мужчины. 3,230, 15 родились. А малыш не плачет, друзья. 42,57, широкудинного ОС. Мужчина 3,230, 15 родились. Так, прививку БЦЖ сделали. Делали. Лучик солнца, мы заждались тебя на земле. И порой казалось, что счастливы мы вполне. Мамино, папино счастье еще не познав. Что значит быть отражением в детских глазах? Люблю тебя, люблю тебя, любви прекрасное дитя, и все на свете я отдам за каждый миг с тобою рядом. Люблю тебя, люблю тебя. Мне дана. И отдать тебе любовь до конца, всю сполна. Видит твой первый еще неуверенный шаг. Быть словом папа в твоих самых первых словах. Мама, поздравляйте. А у нас родился Сашка, дружно крикнем все! Ура! Ой, наша Ирина, наша мама! Мама, счастливы всегда! Всем хорошего, доброго, спасибо. Простите здоровья, маме здоровья. Спасибо за этой женщине. Да. Спасибо, спасибо. За здоровье. Простите, главное, здоровье. Всего хорошего вам, всего доброго, простите. Спасибо за все. Как отцу в руки попал, так замолчал, сразу успокоился. Я всегда...
потихоньку подать. И неясно прохожим в этот день, он поможет, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих, на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Ура! Поздравляю вашу мамушку, самой лучшей на свете! Спасибо большое! У нас сегодня такой замечательный мальчик родился, такой сладкий, красивый! Да. Ой, мой! Мужичок защитник. А Соня-то как рада у нас, да? Соня, ну-ка скажи слово. Я рада, и я говорю спасибо за ребенка. А как у родителей, наверное? У тебя родился сын, мальчик 10-фунтовый. У тебя родился сын, 100% гражданин, человечек новый. У тебя родился сын, 100% гражданин, человечек новый. Вот это мальчик родился, вот это мужик, богатырь. Родился сын. Вот. Как говорится, аисты приносят, а вот потом крокодилы Гены и Чебурашки забирают. Но совсем ненадолго. Мы им дали подержать ребеночка, а потом его повезем домой, где у него готова кроваточка, на которую мы так вот ждали, что скорее там бы ребеночек появился. У тебя родился сын, мальчик 10-фунтовый. У тебя родился сын, 100% гражданин, человечек новый. У тебя родился сын, 100% гражданин, человечек новый. Поздравим папу! Домой, скорее! Мы так ждали этого, так этого ждали. Да, скорее, домой! Ура! У него родился сын, человечек новый. У тебя родился сын, 100% гражданин, человечек новый. Это плачет наш малыш. Наш малыш такой крепыш, только он еще маленький, поэтому плачет. Можно я тоже? Мы едем домой. Давай расскажем. Да, мы едем, 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 далекие края. Ведем с собой малышку, нам без него нельзя. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кого? Пацана. Малыша. Мы везем с собой Маша. Малыша. Тра-та-та, тра-та-та. Да. Сейчас приедем, будем разворачивать его, приучать его к своей кроватке. Будет там висеть. Или ты дела там делаешь? И спит там. Чтобы там уютно было, да? Чтобы хорошо спал, хорошо кушал. Ну, естественно, это он будет кушать. Все будет делать. Он же человек, да? Маленький человек. Да. Ну, не кошка. Ну, не кошка.
ведешь, нам мы спим. Мы ведем малыша. Мы ведем с тобой малыша. Тра-та-та, тра-та-та. Зеленая лягушка. Мы уже на подходе. Наше семейство прибыло. Мы приехали домой. Саша приехал домой, да? Заходите, заходите. Заходим, заходим, заходим. Увидишь, Ольги? Сейчас посмотрим. Лызерый может еще. Да нет, он внучки, внучки, а теперь у бабушки внук. Давайте уже. Вот такая радость. Одни девчонки, а тут мальчик у нас самый. Я их за косы-то буду вливать. Да, хороший наш мальчик. Муж какой красивенький, да? Саша, мы уже дома. Красивый. Подожди. Конфеточка, ты маленькая. Конфеточка тут маленькая. Солнышко маленькое. Опа! Вот они какие. Конфеточка, какая маленькая. Давай, папа, наливай шампанское. А вот кто хотел волосики посмотреть? Тоня. Вот они, смотри, какие. Чернявочка. Чернявый мужичок, еще один у нас. У нас теперь и ушки волосатые. Тимой сладенький. Такой же. Уже подниму. Маленький. За головку надо ему. Нет, он головку не умеет держать. За головку уже держать надо. Валечки. Ой. Держи, держи. Нет, ты садись, тогда подержишь. Сядь шейка хорошо. Прогнется. Вот так эту подержи. Вот эту ручку. Так, раз. Сестренка, братика своего держи. Вот, сестреночка, братика своего держи. Вот. Хотя не спи, так. Ой, не спи. Посмотри, мамочка. Ой, чем пахнет? Молочком, наверное, да? Чем пахнет? Так я посмотрю еще. Ничего себе, волос сколько. Я же ты такой же, и ушки вот волосатенькие были. Yes. Такой же. А, вот посмотри, что они будут. Ну, их волосы. Нет, ничего. Да, ну, что он не темный, он черный? Черный? Я тебе сказала, он уголек. Ну, блин, ты говоришь, я не говорила. Держи. Хорошо, держи. Ой, как хочет, ты побежать. Ну что, не тяжелый? Ну конечно, жарко. Малыш, уши-то мои.
Да, да. Там почти все твое. Все твое. Нос-то твой такой же. Да, ухо твое, герой соседа. И щечки вот так же. Все твое. Щечки. Хорошенькие. Покажи, вот так, две руки. О. Прям две. На себя, смотри, на себя такой. Я, мое! Ну, а глазки-то на мне еще не поймешь. Голубые. Да, они у всех одинаковые. Они сначала голубые, а потом они изменятся. Они голубизну у всех отдают, а там вот видно будет. Сиди, куда ты сидишь? Куда ты? Там шейку не так. Давай. Тихо. Шею, куда вы еще? И все друзья, увидев, замечают, глаза похожи на папу. Но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок. Зачем и почему? Глаза похожи на папу, но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок. Еще совсем маленькие ножки, еще совсем не ходит по дорожке, и все друзья, увидев, замечают. Глаза похожи на папу, но если неприятности коснутся,